Мы начнем обзор моей куклы Twilight. Вот моя Twilight. Конечно, у нее вот такие вот сапожечки. Я тут наклеечку наклеила. Вот тут. У нее блестящая юбка, блестящая кофточка и такие вот неколоновые волосы. И плюры, и ушки. Это Twilight. К ней прилагалось вот это. Это такие вот крылышки. Ну, лучше бы это было... Я купила еще плюс радугу. Ну, мне еще Флаттерша нужно купить. У меня была Applejack, но я ее потеряла, блин. Вот такие вот крылышки. Я бы их радуге отдавала. Купила бы Флаттершай. Искорке отдала Флаттершайные крылья. И от радуги я бы Флаттершай отдала. Ну, мне еще долго копить. Такие вот крылышки. Еще тут такая вот сумочка. Тут должен быть какой-нибудь, наверное, кристаллик. Ну, я его втыкнула в обычную пони. Вот такая вот сумочка нормальненькая такая. Прилагалась еще плюс расческа. Тут такая, тут Флаттершай. Ну, я не знаю почему, она без заколки. Вот тут еще были наклеечки, я несколько содрала. Тут была искорка, вот тут была Pinkie Pie, тут Applejack, тут Rarity, тут Fluttershy, тут радуга. И тут Fluttershy, да, такая же марочка зелененькая, а тут синенькая такая от радуги. Ну и тут плюс такие вот My Little Pony, Pony люди. Предлагался вот такой журнальчик, тут куколки, абзаци, вот такие вот, типа пони-люди в мультике самом. Ну, Флаттершай, Pinkie Pie и